Не-не-не-не-не, право. Максимально право. Очень хорошо падает. Там бот застрял. Бедно. Да, выход я есть. Ну ты можешь, да, выходить, я пошел. Гляну. Крест только сдать не забудь. Да-да-да, я кстати. Ебать. Под выход. Вот это подарок. Нажимай лут и ложись. Да-да-да-да-да. Ну кто же знал, что так. Я думал, он дальше, я думал, да. Дальше. Их нельзя надеть. Это под шлем. Хренеть тут. Твою выкидывай эту очку. Да, да, да. Еще одна маска. У меня просто патроны кончились. Идите нахуй. Это ж челы дикие, да? Это челы были, я не хочу даже смотреть их, я на выход. Охренеть, это мой первый аэродроп. Ну прям под выход, типа, подарок от Никиты сегодня, типа. Капец, у меня сейчас это. Фух, ёб твою мать. Да, это два бировса.
перешли. Идите. О, аирдроп, сейчас полутаем, а тут уже все спижено и выход. Охеть. Вот это я понимаю. Ну они бомжатские были вроде бы, типа я увидел челика респиратор, советскую каску, ну типа такие. Хорошо, если они дошли аирдроп лутать, видимо, это не понимали, что здесь людей в жопу ебут. Да, здесь, блин, другие люди живут. Че я там хоть насмотрел-то, я вообще чисто быстро так. Ну ладно. В идею надо было много. Ну там патрон, наверное, много сейчас. Ну да, наверное. Ну, лутал под патрончик. Ну, первый аэродроп, блин. Ну, так. No, нормально. Маску тут сраный пистелаем. Сука. Хотел попробовать, блин, это аэродроп этот. Попробовал. Мне понравилось. Оказывается, за него можно воевать. Ну если рядом выход, особенно. Ну да, если рядом выход, и чуваки, блин, дебичи полные. Пацанские, о, аирдроп, ща посмотрим, что там. А там ждала их смерть. Новички, сюда, сюда, сюда. Новички. Убивать, убивать. Да, если б мы знали, что так все будет, было бы неплохо, если ты бы остался бы, долутал бы, скажем так. Но квест все-таки важнее. Квест, да, эпоху. Ну там типа пару разгрузок, броню. Ну особо да, такое да. Прям. А этот лут такой. Не, прикольно такой.